и Лев. Но мне кажется, что Илья Шкурин немного подсел во втором тайме. Какая ошибка от Артема Сорока! 3-3! Вот это да! Вот так вот автор лучшего сейва 14-го тура просто привозит гол для своей команды. Но это, конечно, я не знаю, но это ляп тура будет. Артем Сорока, это ошибка голкипера Днепро. Счет становится 3-3.